Приветствую вас на канале Red Cat. Наконец-то Roblox выпустил новый ивент. И этот ивент касается у нас Чудо-женщины. Давайте быстренько подпишемся на мою страничку Red Cat YouTube в Инстаграме и посмотрим, что ж здесь за ивент и что можно вообще получить. Итак, ребята, у нас есть игра. Если мы поиграем в эту игру, то мы сможем заработать определенное количество монеток, которые мы сможем потратить на призы, которые доступны в этой игре. И это призы, ребята, те, которые вы сможете потом одевать и носить в реальной, так сказать, жизни. Кстати, вот этот приз я уже получил. И еще я вам покажу один приз, который тоже забрал уже. И давайте же быстренько зайдем на новую карту и посмотрим саму карту. Итак, ребята, карта реально красивая. Очень красиво, я бы даже сказал. Мне она безумно понравилась. Смотрите, какой город сделали. Вау. Видимо, эта тематика будет как-то переплетаться с той тематикой, которая будет в новом фильме. Я так понимаю, что это комиксы, это Чудо-женщина, и она героиня того фильма, который, скорее всего, скоро будет в прокате. Ну и, соответственно, в Роблоксе появились у нас квесты в честь этого большого, так сказать, праздника. Смотрите, ребят, у нас первая с вами задача — это найти квесты, за которые вы сможете получить довольно-таки много золотых монеток. Подходим для этого сюда. Тут у нас Диана. Она принцесса этого города. И вот, собственно, она нам будет рассказывать про эту Чудо-женщину и про все, что связано с ней и вообще с этим местом. Если у вас есть время, желание, вы можете почитать все эти диалоги, но я вам просто покажу, что есть вот магазинчик, видите, 500, 1000, 2000 и снизу за робоксы. Все это вы можете купить. То есть, если у вас есть возможность, в принципе, задонатить сразу за робоксы, вы можете задонатить, накупить себе монета куча и просто их за игровую, так сказать, валюту все выкупить. Вот, смотрите, я уже один квестик выполнил. Если у вас нету робоксов, как у меня, ну, так сказать, не то что совсем нет. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Ваша задача сейчас — обойти всех ребят, которые есть в этом помещении, и получить у них квестики. Видите, что небольшие, в принципе, награды по 50 золотых монеток, но, возможно, со временем они перерастут во что-то большее. Я вам предлагаю просто ходить так подряд у всех, собирать квесты и исследовать эту карту. На карте вы будете находить разные вещи, которых вас, собственно, и просят эти ребята что-то найти, что-то сделать, и попутно вы будете их выполнять. По крайней мере, я сделал именно так, потому что пока что только вот первый раз зашел в эту игру, и особо разбираться пока не было времени. Так что, кстати, ребят, если вам будет интересно, как проходить квесты, как получать много денег здесь, то тогда давайте ставить лайки, чтобы я понимал, что вам действительно это нужно. Итак, ребят, я спустился на пляж. Здесь вот тоже есть девушка, у которой вы можете получить еще один квестик. Причем, судя по всему, квестик прикольный. Нужно будет как-то с этим мячиком бегать, играть в него. Я еще не разобрался, что именно сделать. Вау! Пока вижу, что его можно отфутболить. Окей, ребята. С мячиком я так и не выполнил квест, и теперь отправляюсь к водопаду. Мне кажется, кто-то писал что-то про водопад, что мне там надо кого-то что-то найти, но я еще сильно не читал, что именно. Так, о, смотрите, надо было найти, оказывается, этот кемпинг, я его нашел сейчас, смотрите, видите? Hidden Beach, затерянный, запрятанный какой-то остров и какой-то у нас... Ну, точнее, не остров, а пляж. И какой-то у нас лагерь, который тоже нужно было найти. Так что, видите, попутно я уже выполнил и еще один квестик. Так, тут нужно сломать эту у нас стену. Давайте попробуем. Вот это я сильный, ребят. Ну что ж, оказалось довольно-таки просто. Нужно брать эти огромные камни и бросать в стены. Так, ну что тут у нас? А, ну, естественно, еще одна стена. Возвращаюсь за камнем и сейчас буду разбивать эту тоже стену. Ты-дыщ! Выполнено. О, смотрите, я какого-то парня нашел. Подхожу к нему. Lost Amulet. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Так, ладно, плывем дальше.
попутно можно позабирать монетки, которые я нафармил. По-моему, самый минимальный приз, который вы можете уже сейчас получить, он стоит 50 монеток, и это какие-то прикольные трусы. Давайте я все потом куплю, а сейчас просто посмотрю, что есть еще. А вот это, ребята, очень крутое место. Вы можете посмотреть абсолютно весь город с высоты, так сказать, птичьего полета. Здесь статуя находится, вы можете даже на меч залезть и посмотреть все вокруг. Выглядит просто фантастически все. Мне очень безумно нравятся подобные виды, подобные карты. Давайте теперь пройдем влево. Там, я смотрю, тоже какой-то есть дворец. Так, мы спустились вниз и бежим ко входу. Вот такой вот шикарный дворец здесь. Поднимаемся по лестнице. Так, и здесь у нас портал, который, кстати, я видел недавно уже. Давайте пообщаемся с этой девушкой. Она мне тоже дает на 50 монеток задание. О, прикольно, ребят, я теперь могу возвращаться на то место, с которого я начинал. Там, где была я принцесса Диана и так далее. Так, а здесь что такое, что неужели нельзя пройти? Hey, come on, я хочу туда пройти. Ну, судя по всему, возможно, это чуть позже разблокируется. Нужно какой-то квест выполнить. Ну что, ребят, давайте что-то купим. У меня есть 100 монеток. Как я говорил, самое дешевое это штаны. Точнее, трусы. Вот, за 50. Давайте их купим. Все, ребята, я получил бейджик. И теперь смогу забрать этот приз. Отлично. Забираем. Окей, давайте отправимся дальше. Посмотрим, что здесь еще можно подзаработать. Мне надо еще 100 монеток. Отправляюсь вот сюда. Вот здесь есть, ребята, еще один квестик у нас. Вот тут вот. Девушка нам его выдаст сейчас. Так, ага, какие-то подозрительные камушки. А, вон, смотрите, проем в стене. Нет, он так не разбивается. А может здесь как-то? Тут какие-то странные штуковины. Так. Не происходит ничего. А нет, смотрите, загорелось. Давайте сюда кинем. Не докинул, что ли? Так, подождите. А, все, докинул. Отлично, я все правильно рассчитал, все правильно понял. Действительно, тут нужно бросать на эти как бы штучки камушки. И они дают нам возможность открывать секретные двери. Все открывается. Давайте возьму тоже камень на всякий случай, может там будет не хватать. Тут у нас тоже есть место для того, чтобы активировать. И сверху тоже. Тут, видимо, я не смогу запрыгнуть, поэтому надо поставить камень, да? Правильно понимаю? Давайте это сделаем, посмотрим. А, нет. Можно и так. Хорошо. Да. Эй, не мешай. Все, открыл. Давайте возьмем камень на всякий случай. Ой, а там еще один квест у нас будет. Подходим, общаемся, акцептим. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что, ребята, погнали дальше. И попутно давайте соберем все награды, которые я уже получил. Так, вот это вот. Видите, открываем что-то, получаем за это награды. Открываем, получаем награды. Прикольно. Ну а давайте что-то найдем более, так сказать, важное и дорогое. Хотя бы на 100 очков, на 100 монеток. Итак, ребята, смотрите, вот здесь вот находится арфа, вот, вот она, видите, вот, и за нее дадут целых 100 монеток. Так, ну что, давайте еще один какой-то квестик захватим, смотрите, какая красота. Тут реально очень красивая карта, мне она безумно нравится, и разработчик этой карты очень хорошо потрудился. Вот, смотрите, 100 монеток, есть! Мы их забрали, и давайте сейчас еще сходим, там лодочка есть, посмотрим, какие квесты будут там. Прыгаем, скачем, находим лодку, вот она, наша лодочка. Подбегаем к девушке и пристаем к вопросам о том, чтобы она нас куда-то отправила.
Все, ребята, мы куда-то просто сплавали, я так понимаю, в море, вышли в море, и этого достаточно, чтобы получить нашу награду. У меня уже 210 монеток, в принципе, этого достаточно, чтобы за 150 купить себе плащ с капюшоном. Давайте сейчас это сделаю. Для этого нужно отправиться обратно, сейчас я получу еще эти монетки. Сейчас нужно просто сделать ресет, потому что отсюда никак не выбраться. Все, теперь возвращаемся вот сюда, к этой девушке, и покупаем себе еще вещи. Так, где вы? Я что-то ж видел за 150. А, вот, все. Ну что, ребята, я получил и эту вещь, и сейчас отправлюсь в аватар, чтобы посмотреть, реально ли я все это получил, и смогу ли это использовать в других играх. Да, ребята, трусы есть, капюшон есть, плащ есть, все отлично, все работает. Так что, ребята, зарабатывайте монетки и получайте клевые призы. Но если вы хотите, чтобы я показывал прохождение, то обязательно поставьте лайк под этим видосиком. Ну а пока на это все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.